Дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Духу возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Яко возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил. Тимофею послание святого апостола Павла чтение. Чадо Тимофея, верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава
во веки веков. Аминь. Мир Тесущему. И Духове Твоему. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На лице успевай царству истины ради и кротости, и правды. Аллилуйя, аллилуйя. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И мудрость просил, слышался так и в Англии, мир всем. Святаго Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Онме. И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизни вечной?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповедь: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие». Слышавши же сие, сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможно человеком, возможно Богу». Слава тебе, Господи! Всего помышления нашего сердца. Господи, помилуй. Боже, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, Господи нашем высокопреосвященнейшем митрополите Ларионе, Господи нашем высокопреосвященнейшем митрополите Сергии, все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нашей российской правителей и православных людей в Отечестве, в России, несущих о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархов православных и создателей святых храмов Божьих и всех прежних отец и братьев наших, где лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не хотя и смерти грешных, но если обратите, если живым быть, пощади и помилуй рабов твоих, Божьих, болящие митрополита Ларионы, архимандрита Кирилла, епископа Евтихия, Игнатия, Сергия, Татьяна, Валерия, Игоря, Ольга, Ольги, Игоря, Марии, Анны, Тамары, Раисы, Валентины, Надежды, Валентины, Галины, Валентины, Галины, Валентины, Людмилы, Людмилы, Неонины, Любови,